Привет всем! Я Воротников Роман, являюсь мастером спорта международного класса по академической гребле, представляю Тверской регион. Вот меня пригласили, мою команду, на соревнования в город Москва. Мы решили испытать себя, и я вспомнить молодость. Приготовились! Сами подумаем себя. Все внимание, это было. Пью. А это уже личное желание каждого. Я думаю, основное это в голове настрой. А энергетики это уже для слабых, скажем так. Испытываю старые ощущения, которые уже начали забываться. Было очень интересно показать. И результат достаточно достойный. И мои спортсмены показывают очень достойные результаты. Я очень доволен. Заявлялся я на все дистанции, пока прошли мы 1000 метров, показал результат 2:53. Команда у нас из 7 человек и плюс я тренер. Скажем так, в нашем случае, так как мы ехали из другого региона и достаточно дорога была длинная перед стартом, то маленько мы отошли от правил, скажем так. А так... Классически, естественно, нужно лечь вовремя спать, но лишнего спать не нужно. Должен быть классический режим, к которому мы привыкли. Ничего нового не нужно, лишним забивать голову не нужно. Поесть как можно простой пищей, быстрыми углеводами. Все, ничего грузить не нужно лишнего. Есть такое у нас, я долгое время был в национальной сборной, анекдот такой часто тренеры приводили. Может быть, в обиду спортсменам, такой он старый анекдот. Я думаю, многие его знают, гребцы, а студентам может быть интересно. Собрали ученые, посадили в две разные клетки обезьяну и гребца. И начали наблюдать, в общем-то. И раз там подвешен банан и разбросаны ящики. Ну вот они наблюдают, они начали гребец, и обезьяна прыгает. Ну потом все устали, обезьяна села уже уставшая, думает. Потом раз смотрит ящики, пособрала их из них, друг на друга поставила, залезла. Ест уже, сорвала банан, ест. Но ученый подходит к клетке, к гребцу. Смотрит гребец дальше, прыгает. Они говорят, подходит к нему, слушай, говорит, может быть, подумать надо. Он говорит, что думать, прыгать нужно. Я в кадр вошел для того, чтобы показать, что на самом деле Роман у нас вообще на этом мероприятии самый высокий. Роман, сколько рост? В молодости был 202 сантиметра. Подрос еще? Я думаю, нет. Я думаю, ну, 202 сантиметра. Не надо идти в баскетбол, хотите быть крепкими и такими же высокими, невостребованными. Гребля академическая для вас. Да.